Всем привет, мои любители GTA Online. Давайте-ка посмотрим новый транспорт, который добавили уже сегодня. Начну я с полицейского маслкара. Вот с этого замечательного. Его можно модифицировать только вашей собственности. У меня уже есть оптовая цена на него, 4 миллиона 65 тысяч. Чтобы ее получить, надо начать проходить ограбление, налет на Клакенбелл от Винсента на карте желтая V. Давайте-ка его и приобретем. Вот и все. Сейчас туда приедем и посмотрим. Вот и наша полицейская машинка. Выглядит на самом деле классно. Не зря ее ждали, но очень дорого. Очень дорого. То есть многие возмущаются, то что слишком перегнули, конечно, с ценой. Слишком. Даже если по оптовой цене, это много. Реально. Ну что ж поделать. Давайте сядем и посмотрим. Опять же. Автомастерская. Давайте смотреть. Делаем броню. Делаем тормоза. Смотрим, что есть по бамперам. Ну, бампера, конечно, да. Странно немножко выглядит оно все, да? Да. Карбоновый сплиттер. Доп цвета. Угу. Ну, давайте как-нибудь вот просто сделаем хоть что-то. На самом деле, не то чтобы это было совсем уж интересно. Ну ладно, давайте уж делать как есть. О, нет. Вот это вот точно нам не надо. Вот это вот нам точно не надо. Двигатель, глушитель. Глушители тоже есть довольно интересные. Но мне не нравится, когда глушители, скажем так. Давай вот так сделаем. Гоночный глушитель тюнер. Не, лучше все-таки вот такой. Решетка радиатора. Кстати, цены дешевые довольно-таки. Так, смотрите. Есть возможность немножко улучшить видок. Решетка дополнительного цвета. А черная решетка. Угу. Ну, давай просто тогда сделаем черную решетку. Накладки на фары. А, видите, можно решеточку такую сделать. Можно сделать более такие. Накладка на впуск воздуха. То есть можно сделать вот так вот. Передняя броня. Ну, не знаю, мне, я даже не знаю, что тут можно поставить. Вот, как бы. На фару. На одну фару, да? Ну, блин, ну, мне не нравится как-то оно. Двойной впуск в фарах. Ну, не знаю. Такое себе, на самом деле, удовольствие. Да. Я не хочу ничего ставить, вот, конечно. Ну, ладно. Хоть что-то пусть будет. Впервые я так сомневаюсь в тюнинге машины. Реально сомневаюсь. А, видите, можно такой движок ставить на выпуск. Ну, я не хочу такой ставить, если честно. Плоский капот, капот доп цвета. Ладно, давай вот так сделаем. А, фары, фары, фары. Угу. Ну, фары тут именно ксенон и прочее. Раскраска, вот что я хотел посмотреть. Что можно здесь вообще такое сделать? Ага. Ну, видите, тут можно типа полицейский сделать. Вот такой вот шериф. Можно. Можно раскрасочку сделать вот такую. Чтобы как бы спортивная была. Мне понравилось, знаете что? Мне понравилось... А, тут их много, смотрите. Разных. Реально много. Как бы, не поспоришь. Есть совсем разные уж. Да. Мне понравилось вот это вот. Лос-Сантос Кантри. Полис впереди. Что-то в этом есть все-таки. Мне кажется. Давайте я вот это возьму. Патруль темная. 30 тысяч. Так, полицейское оснащение. Антенны.
Ну, тут хоть какое-то полицейское оснащение есть. Антенна наверху. Я, наверное, все-таки антенны возьму. Потому что ну, вот это как-то тоже странно немножко выглядит. Вот эти фары. Я, наверное, просто антенны возьму. Я думаю, это будет нормально. Прожекторы. Спереди прожекторы, сбоку. Ну да, такое уже было, как бы. Обычные прожекторы. Угу. Сложенный прожектор. Что-то вот не нравится мне это. Спецсигналы. Так, есть такие сигналы. Ага. Заказной сигнал 4. Ну тут, видите, по максимуму прям сигналы. Как бы. Ну давайте самый дорогой возьмем. Так, нижняя часть кенгурятника. А, это уже такая защита. Мне не нравится она на самом деле. Я бы не хотел ее ставить. Так, давай дальше пойдем. Задняя панель. Задняя панель у нас тоже есть. С черной каймой. Доп цвета. Ну, давай просто сделаем основного цвета. Окраска. Вот тут я могу сейчас, наверное, сделать более-менее вот под этот. Ну, под полицейскую. Раскраску. Основной цвет. Дополнительный. То есть можно сделать вот так вот. Ну, мне кажется, менять смысла нет, иначе оно как-то теряет уже. Единственное, может, дополнительный как-то посмотреть. Ну, это опять же, видите, тут тогда получается совсем другое дело. Можно, конечно, подобрать что-то. Сейчас я попробую подобрать что-то. Так, каркас безопасности. Надо ли его ставить? Вопрос. Давай черный просто поставим небольшой. Крыша это у нас просто черная будет, да? Давай, так мне больше нравится. Правда, карбон тут ни нафиг не нужен, но просто белая крыша. Вот так, по-моему, поинтереснее будет чуть-чуть. Так, пороги какие есть? Ну, порогов тут совсем мало, как бы смотреть. Спойлер здесь. Можно для чисто для контраста поставить белый вместо черного, чтобы ну, выделялось что-то еще помимо этого. Но опять же, это совершенно не обязательно, особенно такие ставить. Я белый поставлю. Подвеска. Давай вот так. Трансмиссию мы делаем. Турбонаддув мы делаем. Колеса. Ну тут колеса прям именно такие полицейские стоят. Стоит ли их трогать? Не знаю даже. Я бы, наверное, их пока не трогал. Стекла, да. Затемню, я люблю затемнять. Все, тогда выезжаем, да? Хотите выйти? Да, и завтра в мастерской. И поехали прокатимся. Так, что хотелось посмотреть сначала? Мигалка. Задние, вот что меня поразило, что задние фары тоже мигают вместе с ней. Свет фар, конечно. А, я ж фары как бы выключил, да? Понятное дело. Я ж там взял как воздуховоды за место фар поставил. Надо будет вернуть обратно. Не очень оно это хорошо смотрится. Не, так машина классно. Выглядит офигенно. Реально. Так, посмотрим. Мигалки тут должны работать. То есть, как пишут, то что если ты едешь, все машины разъезжаются в стороны. Ну, или притормаживают просто. Да, видите, они останавливаются. То есть, есть такое дело. Реально. Стой! А то посажу. Так. Ну, мне нравится машина, но очень дорого. Просто дорогая игрушка. На самом деле. То есть, утверждать, что есть какой-то смысл в ней, я думаю, не стоит. Она просто лучше выглядит, чем та полицейская машина, которую я смотрел ранее. То есть тут не поспоришь как бы. Да, все это работает.
они настораживаются. Хотя в «Мафии» лучше это работает, чем здесь. В «Мафии» прям намного лучше. Так. Ну, прикольная машина. Я доволен ей как-то. Тачка классная. Едет довольно бодро. Поворачивает хорошо. Обычно маслкар улетает нахрен в повороте. В неведомые дали. А здесь еще как-то можно регулировать это все. Да, ну да, это же полицейская машина. Она должна быть довольно юркой. Для того, чтобы мы могли оценить. И гоняться с куда более мы эффектом, чем могли. Так, стой! Stop your car! Да? Ну, машина красивая, да, и едет хорошо. Реально. Ну что, давайте тогда не будем затягивать. В принципе, я на тюнинг много времени потратил из-за того, что мне просто хотелось посмотреть. И подумать, как лучше сделать. А так, машина очень классная, мне нравится. Но очень дорого. Опять же скажу, в пятый раз я вас уже достал, наверное, этим. Но тем не менее. Так что... Спасибо всем, кто смотрел. Пишите мнение в комментариях, как про цену, так и вообще про машину, управление и внешний вид. И увидимся обязательно в следующем ролике. Посмотрим джип, который будет там, который у нас там есть. А пока, всем пока.